Всех приветствую. Продолжаем бродить по залам главного штаба Эрмитаж Санкт-Петербург. Ламберт, Джордж Вашингтон. Аллегорическая сцена или маска, так называется работа. 1911 год. Австралия. Потерял холст масла. 152 на 126. Год поступления 1939. Джордж Вашингтон Томас Ламберт. Австралийский художник, известный в основном портретной живописью и как военный художник во время Первой мировой войны. На картине изображена обнаженная юная девушка, достаточно взрослый мужчина, который прикрывает лицо маской, явно разглядывая юную богиню. И между ними маленький мальчик, который держит в руках цветок. Ну вот такая работа находится в Санкт-Петербурге, в главном штабе Эрмитаж. Работа Томаса Ламберта. Она называется «Аллегорические сцены или маска». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.